Слушай, а я бы тут и покатался. Смотри, тут вид такой панорамный. Мне кажется, тут пиздато. Да? Менты! Ну а спонсор моей вчерашней бухаловки – это канал со смешными нарезками. Паренек со всего Ютуба собирает маленькие коротенькие ролики и соединяет их в единое целое, чтобы вы посмотрели и поугарали. Подписался. Быстро! Ну вы поняли. Пиздеть, пошли работать, блядь. Главная задача какая сейчас у нас? Разобрать. Вот эту хуйню снять изначально, потому что тут она вроде на клею держится, стоп-сигнал задний. И снять вот эту вот распорку. Ага, вот. И все, я даже вижу, как она снимается, заебишь. Убираем вот эту распорку. И у нас по высоте должен туда влетать САП. Вот. Даже, хуй знает, можно... Не откручивается болтик. Гайка. Гайка, Колян, я тоже болты с гайками путал. Какая хрена разница? Просто гайка это мама, а болт это папа. Вот чуешь разницу? Погружение Титаника нахуй. На глубину. Бом! Сука. В общем, объясняю. Вот эту сторону мы открутили. Вот эту вот. Я открутил. А моя сторона, короче, что-то тупит. И не получается эту вот распорку открутить. Высоту замерили. 45 сантиметров высота короба. А тут... где-то 47, то есть в длину вот тут она заебишь будет. А вот тут вот нет, тут она упирается, поэтому с салона пока ее не просунуть, вот пока вот эту залупу не открутить. Вот тут вот провода плюсовые, сейчас ебом токнет. Так вот, за! Слушай, а мне тут нравится, я тут жить буду. Блин, ну у меня только это. Ноги слишком эти, бигфуты. Ну и ладно. Зато прекрасно знаю, что родители, если выгонят с дома, не пропадут. Слушай, а может одну сторону попробуем поднять? Что ты одну сторону поднимешь? Ну, блин, под углом попробую. Блять. Вот одну сторону. Хотя, сука, она не сильно же поднимается. Да. Ничего себе, да, я наблюдательный. Ай, как будто по яйцам прям стучат. Смотрите, разница силовых проводов. Вот комплект силовых проводов Мистери. Вот почему хуй сосит так Мистери, вот смотрите. И силовой провод нормальный, который должен быть по кайфу. Э, ты куда? Не кидай меня. Типа сапожки есть? Да, оранжевые. Есть. Не заебал, сейчас буду яйца. Придурок, я же испугался. Все, так ты едешь. Гоп-мобиль реальный, да? В общем, ребят, с горем пополам мы засунули этот короб. Пришлось снимать вот эту обшивку. Под обшивкой у меня виброизоляция. Она даже содралась. То есть, как бы, настолько тут все очень тесно, как будто, блядь, целку срывали. В общем, вот тут вот такие вот болячки у нас остались. На вот это вот. Это резинка получается. А, ну это я еще со старым коробом мозгу ебал. Вот, вот мы с этой стороны, в общем, вытаскивали, затаскивали. Подиум я сразу снял, чтобы не мешался, потому что он выпирал сильно. Вот тут на ручке коцики. В общем, очень и очень этот болезненный САП у меня. Не знаю сейчас, как он будет играть в багажнике.
надежды у меня на него сейчас большие возлагаю, потому что я общался с одним чуваком, который по Башкирии у нас занимается автозвуком. Он... Я у него спросил, говорю, слушай, вот у меня до этого стояли два Урала в ЧВ. Уралы, там максималка, 900 ватт. Тут максималка 3-400 ватт, 3 киловатта, грубо говоря. Но играет намного слабее. Вот, и как бы... Он меня спросил, что за короб, что за настройка, я ему все сказал. И потом главное заявляю. У меня короб лежит на заднем сиденье. Ебать, он с меня орал. Посоветовал мне запихнуть его все-таки в багажник. Вот мы сейчас это и сделали. Перепиливать его не пришлось. Хотя, блин... Я вот, если его продавать, этот короб, этот саб, эти сабы даже, блять, то продавать с машины, потому что я их не смогу достать. То есть там прям все впритык, в притирку, как будто, блять, как будто для этого и делали, для этой машины. Что, работаешь? Красава. Все, я дальше пиздеть пошел. У нас сорвался усилитель, и там некоторые провода, короче, пообрывались, придется их заново ставить. А дело в том, что я не отметил, где плюс, где минус, поэтому я так и боялся это все откручивать. Понял, да? Ожидаю я от этого очень большого результата, потому что порт будет не в дверь, а в крыло, в заднее крыло. Прошумленное и то, и другое. Моя мечта сбылась. Я спиздил камеру. Пока, Сань. Где вы лупы? Заебал. Что, баллон остался? С того момента, кстати, еще. Менты! И вот дело сделано.